Международный военно-технический форум «Армия-2016» набирает обороты. Самого интересного, впервые продемонстрированы боевые возможности новейшего российского танка «Армата». Правда, этот показ был закрытый только для специалистов. А в регионах демонстрируют возможности уже апробированной техники. Так, на Северном флоте в Мурманской области проходят интересные динамические показы. Водолазы аварийно-спасательного отряда выполнили погружение с борта специального судна. Они отработали спасение условно-аварийной подводной лодки. У нас есть большая возможность представить образцы вооружения и военной техники подразделений спасательных Северного флота, которые предназначены для выполнения водолазных и подводно-технических работ. От образцов производства 1882 года, зарождения водолазного дела, до современных образцов вооружения и военной техники. В военном городке Сафоново во все дни работы форума можно увидеть пусковые установки зенитных ракетных систем РЛС вертолета. Там также развернуты площадки с образцами техники и вооружения инженерных войск, радиационной, химической и биологической защиты. Свое мастерство показывают саперы, которые в современной экипировке вышли на публику. Мы тогда добыли все, и снова.